Церемония переименования аэропорта Мадейры в честь уроженца острова Криштиану Роналду вызвала волну возмущения и насмешек в социальных сетях из-за бронзового бюста футболиста. Комментаторы называли памятник жутким и отмечали отсутствие сходства с форвардом Реала из сборной Португалии, а также весьма низкую художественную ценность произведения. Досталось также президенту Португалии, который участвовал в церемонии открытия. Роналду вошел в историю португальского футбола как один из лучших игроков страны. На его счету 71 гол. В прошлом году Криштиану получил свой 4-й золотой мяч и 2-й раз за карьеру был признан лучшим игроком Европы. В родном городе уже есть его памятник во весь рост и площадь, названная в его честь.